Привет, с вами Белякова Алла, питомник растений Ильина. Вот такой у меня огурец, смотри, уже большой. Сегодня высаживаю второй. Сделала ямку, заправила ее перегноем, положила маленько пролонгированного удобрения. Вот, смотри, как огурец рос. Вот как он рос. Так, я его сюда и ставлю. Его еще можно будет уже привязывать. Здесь огурцов полно было, я их обрывала, потому что ему еще тут рано. Вот он, считай, сегодня будет первую ночь в теплице. У нас все равно еще холодно. Ну и, в общем, вот так засыпаю и перегною еще побольше. Вот перегноя привезла. Машина перегноя 6, что ли, там, с чем-то 1000 рублей. Все, вот так вот засыпала, потому что побольше любит он. И сейчас еще пролью. Пролила ломку и сейчас пролью. В общем, вот так огурчики. Уже дубль 2 вот там. Вон там огурец, помидоры. И второй огурец, потому что уже, смотри, какой длинный ему на подоконнике дома. Очень уже мало места. Петунья всякого разного размера. Петунья тайдал сильвер, тайдал черри, ампельная. Так, а это у нас эустома. Питомник Ильиной эустома. Вот такая эустома, 500 рублей, здесь 3 штуки. Она уже, смотри, пошла вот в рост. Видишь, большая, в больших объемах. Вот. Тоже эустома пошла в рост. В 2-литровом горшке. Георгины есть, клубневые разные. Так, и капуста. Капуста тоже всякая разная. Вот все, сейчас огурец пролью. Где у него, да? Огурец надо пролить с фитоспорином. Еще обязательно, то есть проливать, чтобы земля была с полезными бактериями. Все, огурчик пролили. Вот еще петунья кашпоя. 500 рублей сейчас зацветет. Обращайтесь к нам. Здесь хризантемы. Хризантем очень много. И всякие разные. Пеларгония. Пеларгония 300 рублей, 250. Зависит от размера горшочка. И разные цвета. Розовые, нежно-розовые, красные, розобудные. Вот. Ну и вот наш огурчик. Все, будем смотреть. На ночь я включаю отопление в теплицу. И сегодня у нас 6 мая, но очень холодно на улице. Ну и вот его еще подвязать надо. Сейчас вот тут вот попробую подвязать. Все, с вами была Белякова Алла. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Это у меня петрушка, как сидрат. Вместо сидратов я ее вырастила. И на зелень, на зеленые салаты. Вот тут и лучок есть. Самой петрушки, смотри, как таковой нет, то только одна зелень. Ну и сейчас буду убирать уже, сажать здесь томаты, потому что вот несколько томатов высадила уже, они нормально переживают, все равно в теплице где-то ночью. Ну так плюс 7, плюс 10, вот так вот. Огурцом, конечно, переживаю, как бы холодно им не было. Но вот 2 сигнальных огурца высадила, будем смотреть, как дальше. Все, обнимаю всех, целую. До встречи на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Рада общению с вами. Ну и приезжайте к нам за рассадой. Есть вот маленькая, а есть и большая. Крепкая и сильная. Вот полная теплица. Рассады толстые и крепкие. Вон там особенно волгоградский, сибирский скороспелый, черри, дрова. Розовый гигант, томаты и красный горький перец. 70 рублей и 100 рублей рассада у нас стоит. А зависит от размера. Пока.